Здравствуйте. Не привыкла говорить на камеру, но сегодня у нас очень необычный день, очень серьезный для всех жителей Российской Федерации, как граждан, так и для других лиц, потому что сегодня состоится Всероссийский Родительский съезд. Сопротивление тому, что происходит сегодня в России. Ювенальная юстиция, реформа образования. Нельзя оставаться равнодушным. Движение «Суть времени» меня от ячейки СВАУ выдвинуло делегатом. Сегодня очень много лиц будет, и я очень рада сегодняшнему дню, тому, что происходит. Спасибо большое. Я говорить не буду. Я Иван Возебный, из Москвы, от северо-западного по сути времени. Я Мускат Георгий Фридрихович, я приехал из Башкирии, из Уфы-Миря, делегировала собрание инициативной группы уфинских родителей. Вопрос.